Обалдеть! Ради одной этой картины Дали можно было идти в этот музей. Это ж его сон. За секунду до пробуждения стучало вокруг граната. И я думал, что она где-то ее выставляет, а оказывается, этот барон Тиссен-Барнемисса купил ее, он ей владел. И эта картина принадлежит данному музею. Это не как бы не одолжили из музея Дали. Обалдеть, одна из его самых знаменитых картин находится в музее барона Тиссена-Барнемисса. Одуреть. Это просто невероятно.